в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе прошел турнир с таким сигаретным названием «Лос-Анджелес Лайт». И еще был, по-моему, чемпионат Белоруссии, который выиграла Елена Ткаченко. Это Юлиана Найденова с булавами. Это был именной элемент Ирины Чайщиной, равновесие с опусканием на колено. Стоит он 6 десятых, а Ирина Чайщина получает за него еще и 6 десятых у судей, которые оценивают оригинальность. Называется бригада А2. Потрясающие болгарские повороты. Сам в конце упражнения говорю